Цыԥхла ҵарамзазы абылра ахьыҟалаз Аҟәатәи аҩбатәи абжьаратә школ аҿы уада цыԥхьаӡашьа ҭангыла аиҭашьа гәыргыларатә усурақәа хацыркын, иахьазы иҟаҵо маҷӡам, ҩ-корпуск рҿы ихагыла цыԥхьаӡа ицоз аусурақәа хыркәшоуп, акласстә уадақәа мазеиуп, акоридорқәа рҿы ахаҳәҟьап сықәҵоуп, уада цыԥхьаӡа иҿкаауп арԥхагатә мыругақәа рыла, иқәыргылоуп абылрацәыхьчаратә система, уажәазы иаанхаз ахԥатәи акорпус аҿы аусуҩцәа аҭӡамцқәа ршьыхра иаҿуп. Валерий Бганба ашкол аҭоурыхтә корпус ҳәа изышьҭоу дыҩналан игәеиҭеит ахыркәшаратә усурақәа рымҩаԥысшьа. Аиҭашьа гәыргыларатә усурақәа мҩаԥызго аҳәынҭқарратәи илахәыра инџьнырцәа аиҳабыра рхада изеиҭарҳәеит иҟаҵатәны инхаз атәы. Вся штукатурка внутри, процентов, наверное, 70 полы, все были промокшие. Нам пришлось все это вытаскивать. Крышу полностью разобрали, полностью очистили, вывезли, все сделали. Заново полностью крышу перекрыли. Заново делаем процентов 70 полы. Значит, ну, тут были дощатые полы, мы сейчас делаем паркет. Два корпуса мы сдали в октябре месяце, и дети уже с октября месяца там занимаются. А этот исторический корпус, вот старый корпус, он двухэтажный. На втором этаже процентов на 90 работы завершены. Основные, самые тяжелые работы – это штукатурка, покраска стен, полы паркетные, полы из керамогранита полностью выполнены. Сейчас идет уже чистовая, основная покраска стен, последний этап. Аҵараиурҭа аиҳабы Ирина Павирскер Валерий Бганба изеиҭалҳәоит аусурақәа зегьы ахәшьара бзиа шрылҭо. Лара иазгәалҭеит зқьи ҩышәҩык инарзынаԥшуа ашкол хәыҷқәа рҵаратә процесс еиԥымҟьакәа ишааиуа, уи азы ашколаҿ шеиҿкаау х-сменак. Учебный процесс не прерывался у нас практически ни один день. С 4 ноября мы перешли, вот заняли один готовый корпус и один этаж у нас. На данный момент у нас 1259 детей, все обучаются. Спасибо родителям, что вот когда мы с ним нашли взаимопонимание, и два класса у нас, к сожалению, учатся в третью смену. Конечно, это довольно сложно и для детей тяжеловато, но мы хотим все, конечно, вытерпеть, чтобы полностью школа была сдана после ремонта. Аҵараиурҭа аиҭашьа гәыргыларазы Аԥсны Хадеи резервтә фонд аҟынтәи иазоужьуп ханҩажәи жәаҩа миллион мааҭ ҳәа азгәеиҭеит аргыларазы Аԥсны аҳәынҭқарратә усбарҭа аиҳабы Темыр Агрба. Сметная стоимость восстановительных работ 72 миллиона рублей. На сегодняшний день профинансировано 64 миллиона. Работ выполнено на 68. Сейчас мы будем доплачивать разницу. Источник финансирования – резервный фонд президента. Планируем окончание работ, со слов подрядчика, середина марта. Но я думаю, что до конца марта они уже должны закончить работу. Анжинер Хадеяжа Курыла Усурукон Хыркша Халагаштах Аамтала спортзал и Юнагыло Юнаматвей, а библиотека и Туашхуквей, а класс Туада Курахирхан Хнавина Дыргылуйт. А вот я бы обжарат школача, а это еще круглород Усурука Хыркша Хойт Хойф Крымза Анджамтезе. Саид Джарсали, Алекса Баструков, Инала Гуха, Абсва Телехопшира.